Так, следующая миссия — окупаемость. Вооруженная колонна повстанцев недавно атаковала силы миротворцев. Вот, следуйте на объект «Тигр» и сообщите артиллерии на мутную технику. В 14:30 по местному времени вооруженная колонна атаковала войска миротворцев ОН в нарушении соглашения о прекращении огня. Эти танки затем вернулись в свои места дислокации, обозначенные как объект «Тигр». Командование хочет, чтобы для предотвращения дальнейших нападений техника была уничтожена. Следуйте к объекту «Тигр» и передайте для артиллерии наводку на технику. «Бекас» будет высажен к северо-востоку от объекта и будет ответственен за наводку. Группы «Альфа» и «Ворон» обеспечат прикрытие. Между точкой выброски и объектом «Тигр» расположен меньший лагерь. Будьте готовы встретить там патрули. Че хуйня? Это Альфа-2. В главном лагере наблюдается движение. Но не вмешивайтесь. Ну что ж, ты все танки на объекте «Тигр». «Бекас, это Ворон-1, к его отбору находятся плохие парни!» «Больная башка!» «Будем на водку хуярить, охуенно!» Не надо дальше идти или что? В этой толпе, не ебать. Далеко еще и башня.
Ворон ранен. Бекас, король 6. Ворон уничтожен. Всем королям, это король 6. К вам направляется большая группа врагов. Ну хуй с ней, альфа еще есть. Так, ты кто? Куст? Ёлка, блядь. Это король 6, требуется огневая поддержка. Король 6, виски 1, ожидайте нанесения удара. Ну? Это король 6, требуется огневая поддержка. Король 6, виски 1, ожидайте нанесения удара. По-любому еще один в ангаре стоит, блядь. Это король 6, требуется огневая поддержка. Король 6, виски 1, ожидайте нанесения удара. Ангар пробьет эта хуйня или нет, интересно. Бро. Просто туда неохота спускаться в палку, блядь. Ну, проверим. Король 6, это Альфа 1, все цели уничтожены. Не, нормально, слушай. Король 6, всем королям, встретьте черную вдову в точке эвакуации. А в какую сторону эвакуироваться-то? Через эту базу туда, дальше, блядь, короче. Вот вам вертухайчик. Задание несложное. Хуя вы чесанули, пацаны, меня подождите. Все, задание выполнено. Так, следующая миссия у нас компания, продолжим сервер.